Студенты из Донецкой Народной Республики приехали в Тверь на первую летнюю инженерную школу. Она организована Тверским государственным техническим университетом при поддержке Министерства образования и правительства Тверской области. С ребятами из ДНР встретился наш корреспондент. В течение полутора недель студентов из двух вузов – Донецкого национального университета экономики и торговли и Приазовского государственного технического университета – знакомят с Верхневолжьем и Тверским государственным техническим университетом. Для них подготовили насыщенную программу. Сегодня ребята посетили Центр инновационного технологического развития «Технополис». Очень заинтересованы попасть именно в «Технополис». Все-таки есть здесь и 3D-резка, гравировка. То, что самое для нас, в принципе, является интересным, у нас есть ребята не только айтишники, а еще и с машиностроения. Как раз как эти фигурки собираются, это как раз для них самое то. Сначала ребятам провели лекцию об основах инжиниринга, а затем для них подготовили специальный мастер-класс. Ребята с использованием нейросетей, либо просто при помощи интернета подберут себе картинку, которую можно будет просто выгравировать на вот таком вот значочке. Мы сделаем им фотографию и выгравируем на лазерном станке. Екатерина Демина обучается по направлению технолог пищевых производств. Девушка поделилась, что после того, как вернется домой, обязательно расскажет о своем пребывании в Твери знакомым и друзьям. Мне очень понравился химический факультет, мы там проводили опыты. Вот. Я тоже отношусь к химии, потому что я технолог. Мне было очень интересно, познавательно еще раз себя проявить в этой сфере. А Михаил Ляпузов – студент 4-го курса по направлению логистика Приазовского государственного технического университета. Рассказывает, что каждый день узнает для себя что-то новое. Мне запомнилось посещение лаборатории стройматериалов. Для меня это новое. Это никак не связано с моей профессией, с тем, что я изучаю в университете, поэтому мне было интересно познавать новое. Также для студентов из ДНР организована культурная программа, в рамках которой они познакомились с историческим наследием Тверской области.